Гудящие грузовики, громыхающие ворота гаражей. С этой проблемой сотрудники женской консультации борются уже несколько лет. Говорят, шума от автопредприятия все же стало меньше, но появилась новая проблема – пункт приема металлолома. Это гремит так, что это слышно во все открытые окна абсолютно. Кабинет перинатального психолога. Здесь будущим мамам помогают побороть страхи, связанные с рождением ребенка, и обрести душевное равновесие. Конечно, здесь всегда должно быть комфортно, говорит Ольга Лоскутова. С закрытыми окнами невозможно работать. Духота невозможная, беременные так себя плохо чувствуют. Даже вот нынче, хотя лето такое у нас, ну никакое, можно сказать, они все равно просят, чтобы были бы открытые окна. Но переорать машины работающие я не могу. С просьбой помочь в решении проблемы работники консультации отправили обращение в прокуратуру. Поступившее обращение направлено в территориальный отдел Роспотребнадзора для проверки, поскольку соблюдение санитарных норм, в том числе связанных с повышенным уровнем шума, на который жалуются заявители, это относится к компетенции органа контроля Роспотребнадзора. Получить комментарий от Роспотребнадзора нам не удалось. Телефон из Китимского отдела молчит уже несколько дней. Мы будем следить за ситуацией.